Добрый день. И подальше, подальше от людных шумных мест. По замечательным летним местам. Сегодня здесь нет никого, даже макарки с телятами. Сложно поверить, но это зима у моря. И число 11 февраля 23 года. Печки-лавочки, пикничок, травушка, солнышко и, конечно же, бережок. Долго держалось над морем, условно говоря, тепло. И крещение спряталось под ярким солнышком, обмануло мороз. Не заметил он и прошел мимо, но вовремя спохватился и возвратился, прошелся все же вдоль берега со знаком минус на флажке. Море остыло. Остыло от надоевших восточных ветров и дерзких колючих штормов. Немножечко притомилось и застыло на лету, оказавшись у мороза в холодном плену, сжалась, сомкав шугу, закрыв горизонт в пелену, и сказала в сердцах: «Все, не могу, под ледяным одеялом весну подожду». «Стой, стой, море, подожди, не спеши, погоди, а прогнозы, погода, наши дожди, что скажешь, у моря погоды не жди». «Брось, родное, не смеши, лучше по правде скажи, что готовишь нам завтра с утра? Долго ли будешь у мороза в плену? Сколько живу, я тебя не пойму. Может, надежда на скорую весну? Или еще раз украсишь на солнышке льдинок алмазных красу, сверкнув бенгальским огнем ночью и днем? Узелков макраме распишешь на ледяной ширине, на зависть художнику и мне самому? Сегодня уже море было таким. Такой яркий праздничный студень, меню величавого Нептуна. Хороших вам выходных. Посмотрите вокруг, улыбнитесь, сделайте фото, поделитесь с друзьями. До свидания. С уважением, авто. Такт.